родилась мысль, как можно применять в быту, в семье пептид GPR6. Джашер Пи-6. Как применять? Ну, как бы пептид для набора массы. В общем, после укола через 5 минут жрать хочется так, что вы готовы сожрать лошадь прямо на скаку вместе с копытами. Короче, если вы молодая мать, или тем более отец, и ребенок говорит: мама, не хочу кушать. А как ему? Ну, за мамочку, да, за папочку, нихуя. Оп, ему инсулиночкой половину дозы Джашер-Пи, все, вкололи. И говорит: ну, типа, гуляй. Он уходит и уже тут же бежит: мама, хочу жрать. Вы иди гуляй, ты что, ты же не хотел? Ну, мама, жрать хочу, ты же кашу не любишь. Мама, дай кашу. Орать будет, сожрет всю кашу в кастрюле. Сожрет еще шпинат, брокколи и что там еще дети не любят. Кефир выпьет. Короче, поэтому я вот так думаю. Если бы мне в детстве кого-либо, вот этот вот пептидик, я бы вырос не интеллигентным писателем, кем я являюсь, а может быть каким-нибудь спортсменом. До новых встреч!